Все сказанное, друзья, будем воспринимать как мои шутки, сказки, фантазии. Итак, друзья, мы с вами говорим о ритуалах, о пользе ритуалов и как их совершать. Нет, мы не будем с вами заниматься черной магией, нам это ни к чему. Достаточно обычных, безобидных ритуалов. Но что происходит, друзья, во время ритуалов? Когда вы включаете голову, когда вы включаете свою энергию, вот в это время вы совершаете какое-то действие. И даже на самом деле не важно какое. Важно выбрать это действие для вас самих, чтобы оно имело пользу для вас. Как выбрать тот самый заветный ритуал для вас самих? А это нужно пробовать несколько раз. Вот вы хотите совершить какое-то дело. Оно не очень у вас идет, и тогда вы пробуете один ритуал. Не получилось. Пробуйте второй ритуал. Не получилось. А вот третий или четвертый у вас получилось. Причем ритуалы на каждое дело могут срабатывать разные ритуалы. И если это касается мужчин, то очень важно, чтобы мужчина был подкреплен энергией. А это значит, мальчики, это значит, в это время нужно иметь секс с нужной вам женщиной, именно с той, которая любит вас. А вот найти такую женщину, это бесконечно трудно. У женщин там немножечко другое. Я имею в виду, когда женщина сама делает ритуал, тут уже она все свои силы, силы рода вкладывает в свой ритуал, и таким образом она делает заклинание на успешное дело, на ограждение себя от трудностей. Безопасность тоже – это важно. И вот один из ритуалов, можно его так обозначить. Нужно зажечь желтую свечу и произнести. Неважно, друзья, какая свеча, церковная или не церковная. Говорят, церковная, но это, друзья, первая, потому что якобы она там чем-то освещена, чем непонятно чем, поэтому выбросьте эти иллюзии из головы. Там вам никто хорошего не пожелает. На второе, она сделана из воска. Но восковую свечу вы можете купить и вне церкви, а просто на Алиэкспресс заказать, сделать самому, в конце концов. Или взять у пасечника. Наверняка пасечники тоже делают восковые свечи. Желательно, чтобы свеча была потолще, не такая тонкая. Хотя на каждый ритуал, друзья, должна быть своя свеча. Иногда свеча, она должна гореть очень долго. Совершение ритуала самого и горение свечи тоже очень важно. В некоторых ритуалах свеча должна догореть очень быстро. То есть вы создаете свой ритуал, вы его совершаете, и в это время вы ждете, пока догорит свеча. То есть когда есть необходимость, чтобы свеча догорела, вам необходимо взять тонкую свечку. Когда же вам нужно, чтобы после ритуала свеча горела, и в пламени свечи ваши мысли и желания уходили ввысь, то есть в эфир, вот в таком случае нужно брать толстую свечу. Вы взяли свечу желтую и произносите: «Этот огонь зажжен для исполнения моих желаний». В это время налейте хрустальный бокал чистую холодную воду и продолжите свое заклинание. Это вода для реального воплощения моей мечты. Смотрите пристально вглубь воды и представляйте, что видите в ней успех вашего предприятия. Наклоните свечу над бокалом и отдайте воде несколько капель ее расплавленного воска. Заканчивая ритуал, выпейте всю воду и будьте уверены в том, что все ваши дела
будут в порядке. Достаньте застывший воск из бокала и храните его в качестве талисмана для благоприятного исполнения ваших планов. Я Таня Карацуба, Сеид Бурхан. Это анонс был к моим урокам, к моим конференциям, которые я провожу уже частным образом. Вы можете записаться на частные мои конференции, где я также даю вам протежирование ваших проектов и безопасности вашей жизни. Но это уже мои личные энергетические чудодейственные силы будут воздействовать. А также можно просто записаться на канал в YouTube, мой канал, который находится здесь же, но только в разделе «Спонсировать» есть два раздела «Сова» и «Антилопа». В «Антилопе» даются уроки типа этого урока, но в данный момент для привлечения, только лишь для привлечения большего количества слушателей, я данный ролик также открываю в разделе «Сова». В разделе «Сова» я рассказываю необыкновенные истории о нашем мире. Секретные истории тоже важно. В разделе «Антилопа» даю уроки жизни. Но, конечно, у кого есть средства, друзья, лучше всего записываться и общаться со мной в живом диапазоне и в личном ощущении друг друга. То есть, когда мы говорим через Skype, мы видим друг друга. Когда мы говорим по WhatsApp, мы тоже видим друг друга. Надо видеть человека, чтобы понимать его информацию внутри него, надо его видеть. Не только голос. По голосу тоже можно многое понять, но также еще и внешний вид человека. Внешний вид человека, друзья, это действительно зеркало души. Как много говорит внешний вид о душе человека. Именно поэтому говорили всегда на Руси: лицо – это зеркало души. А вот когда говорят «не с лица воду пить», уже, друзья, здесь… Это, кстати, очень-очень важная поговорка «не с лица воду пить». За ней стоят большие процессы воды, магии, эфира и взаимодействия с ними человеческой энергии. Об этом обо всем на канале спонсорской программы «Антилопа». Заходите. Ну или же добро пожаловать на частные уроки, частную энергетическую помощь. Я Таня Карацуба, Сеид Бурхан.